В 25-й раз ивановский конкурс «Фестиваль «Жар-птица» расправляет свои крылья и готов лететь навстречу новым талантам. Около 900 юных участников из 16 субъектов страны представят на суд жюри свое творчество. В пятницу на арене «Цирк» состоялся закрытый показ номеров в номинации «Цирковое искусство». Торжественное открытие фестиваля состоится в субботу. Мероприятия конкурсной программы распланированы до 1 мая. Жюри определяет у нас звание лауреата 3 степеней, дипломанта 3 степеней и гран-при. Исключительное что-то. Самое интересное – это гран-при. Призы для фестиваля мы изготовили специально на фабрике «Красная Пресня». Это жар-птица, символ фестиваля. В цирковой номинации не один десяток номеров. К своей минуте славы тщательно готовили студии из Москвы, Архангельска, Красноярского края и, конечно, Иваново. Воспитанница местной цирковой студии «Орликино» номер с обручами оттачивала около месяца. Сложно, наверное, удержать реквизит, сохранять спокойствие при этом при всем и выглядеть красиво, и улыбаться при этом зрителям, и чтобы все видели, что это несложно делать, но при этом как бы это достаточно тяжело, тяжелый труд. Жюри оценивает детали номера и в целом соответствие номинации. Художественной гимнастики много разбавлено, а циркового мало. Есть трюки цирковые очень интересные в программах, но мало, потому что большая композиция сделана все-таки в некоторых коллективах профессиональных руководителей. Почему? Потому что создают композиции, не трюковую часть, а композицию. В принципе, так бы все как бы идет на профессиональном уровне. Но хотелось бы больше цирка видеть. Если мы делаем жанр циркового искусства, значит, должен показывать больше трюковую часть. Все, кто приехали на этот конкурс, однозначно талантливы. И у них впереди еще целая жизнь, чтобы раскрыть свой потенциал и побороть страхи. Самое сложное – прыжки, сальто тем более. Вот наш друг прыгает, тяжелое сальто. Тяжело сохранять спокойствие на выступлении. Особенно на воздухе, когда тебя шатает. Или когда вообще волнение. Или какой-то рук не получается, очень страшно не упасть. Жар-птица для детей ассоциируется прежде всего со сказкой. Это волшебная возможность поймать перо и стать счастливым. Ну а самые смелые непременно ухватят за хвост саму удачу. Например, для победительницы шоу «Голос» Дины Гариповой именно фестиваль «Жар-птица» стал первым в карьере. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.